Не получается. Здравствуйте, на канале Итон ТВ программа «Разбор полетов». Сегодня я веду я, Михаил Горин. Мои собеседники – израильские журналисты Давид Шехтер и Марк Горин. Коллеги, приветствую вас. Добрый день. Добрый день. За другими новостями, я имею в виду поездку нашего премьер-министра в Америку, еще какие-то важные новости, связанные с судебной реформой, как-то уже стал подзабываться скандал, который, точнее, скандальная ситуация, которая возникла между министром национальной безопасности Бен-Гвиром и нашим премьер-министром Беньямином Нетаньяху. Хотя прошло всего буквально несколько дней. Но стоит вернуться к этой теме, потому что она никуда не ушла, и она осталась неразрешенной. И наверняка возникнет после возвращения премьер-министра в Израиль. Речь идет о том, что министр национальной безопасности своим решением решил ужесточить правила для заключенных палестинцев, которые находятся в израильских тюрьмах по обвинению в терроре или связанных со сферой безопасности. Речь идет о том, чтобы им предоставлялось свидание не один раз в месяц, а раз в 2 месяца. Это вызвало негативную реакцию у служб безопасности, а потом и у премьер-министра, который сказал, что нужно отложить решение этой проблемы. Бен-Гвир с ним не согласился, сказал, что раз он решил, то это решение должно выполняться в соответствии с теми коалиционными соглашениями, которые заключены. Но последнее слово осталось за премьер-министром, а тут и подоспел американский вояж. В общем, ситуация провисла в воздухе, но это не значит, что она куда-то испарилась и исчезла. Сама проблема осталась. Должны ли для палестинских заключенных, осужденных из-за нарушений сферы безопасности, быть какие-то отдельные правила? И вообще, как с ними быть? Считается, что для них в тюрьмах созданы чуть ли не курортные условия. Вот давайте попробуем разобраться в этой ситуации. Давид Шехтер. Но по поводу курортных условий, это не курортные условия, это санаторные условия. Я просто приведу несколько фактов, я не буду давать свою оценку. Один факт, был такой террорист Самир Кунтар, который совершил теракт в городе Нааре. Он захватил 2 заложников, отца и дочку. Отца он застрелил из ружья, а дочке он размозжил голову прикладом, разбил ей голову на мелкие кусочки. И этого бандита и убийцу посадили, дали ему пожизненное заключение плюс 47 лет. Отсидел он много, несколько десятков лет, но потом его обменяли, он вернулся в Ливан, поехал в Сирию, начал заниматься антиизраильской деятельностью, его накрыли, в конце концов, ракетой. Но в то время, когда он сидел в тюрьме, он получил высшее образование, он получил академическую степень по социологии. Его дипломная работа называлась «Проблемы израильской демократии и безопасности». И вопросы безопасности. То есть ничего более кафкианского, чем убийца маленького ребенка, который получает степень социологии и защищает на эту тему диплом в израильской тюрьме, я не знаю. А самое главное, что он получил этот диплом за счет израильского налогоплательщика бесплатно. Еще один пример. Это нынешний главарь Хамаса в Газе Ихи Синвар. Он тоже сидел в тюрьме. Миша, ты назвал их заключенные по вопросам безопасности, это убийцы, это террористы, это бандиты, которые или сами лично убили мирных израильтян, или участвовали в терактах, которые привели к убийству этих израильтян. Так вот, Ихи Синвар сидел много лет тоже за организацию террористических актов, и в ходе сидения у него обнаружилась опухоль мозга. Ему провели сложнейшую нейрохирургическую операцию. Опухоль мозга удалили, его спасли. Потом его благополучно обменяли на шариты, а сейчас он возглавляет Хамас и посылает на нас ракеты, и бандитов, и убийц. То есть вместо того, чтобы дать этому подонку спокойно сдохнуть в тюрьме
от этой опухоли. Мы его спасли и своими руками себе сделали человека, который нас убивает. Но это не только по отношению к этим двум, это такие были два видных убийцы. Ко всем палестинским заключенным у них условия содержания медицинские, скажем, на порядок выше, чем лучше, чем у них дома в палестинской автономии. Я не говорю о любых проблемах, даже о лечении зубов. Зубы, которые стоят очень много лечить, там им лечат совершенно бесплатно, опять же, за счет израильского налогоплательщика. Еда. Еда, им сейчас такая стала манера, они хотят себе сами готовить свои любимые кушания. Их не устраивает готовка поваров тюремных, поэтому им сейчас предоставили возможность самим быть на кухне, посуду, холодильники. Им поставляют из израильской службы тюрем продукты и высокого качества. А если и не самого высокого качества, то эти самые заключенные безопасности, как ты говоришь, а по-моему бандиты и убийцы, они устраивают голодовки. Была такая голодовка недавно, когда они получали 9% коттедж. Коттедж — это такой творожная масса. Масса. Очень вкусная. И это такой израильский патент. Они получили 9%. По каким-то причинам, я не знаю каким, управление тюрьмами решило, что и 5% с них хватит. Они объявили голодовку. И выиграли. Пришли с ними не связываться. И им вернули 9% самый коттедж. Поэтому, когда мы сейчас рассматриваем палестинского юношу, который взвешивает житье свое, бытье, куда ему идти, зарабатывать, приобретать профессию или идти убивать евреев, то идти убивать евреев намного выгоднее, поскольку если ты идешь делаешь теракт, если тебя в ходе этого теракта не убили на месте, то ты попадаешь в тюрьму. На прекрасное питание, на прекрасное медицинское обслуживание, на возможность получить высшее образование бесплатно. Потом тебя обменяют на кого-то, ты выйдешь на свободу героем. А пока ты сидишь, твоя семья получает большую пенсию от палестинской автономии. То есть сегодня условия содержания палестинских заключенных в израильских тюрьмах, на мой взгляд, являются стимулом палестинского террора. Поэтому давным-давно было положено, надо было положить конец вот этому санаторию. Я в свое время очень много в Советском Союзе занимался помощью узникам Сиона. Я знал, что в Советском Союзе свидание с семьей полагалось раз в год, да и то за хорошее поведение, а не раз в месяц. Так что если даже будет раз в два месяца, ничего страшного не произойдет. Но вот эти вот негативные реакции на Нетаньяху и спецслужбы, я думаю, вызваны тем, что они-то знали то, чего не знал Бен-Гвир. Они знали о том, что каждый день идут переговоры с Саудовской Аравией, и, как сказал вчера Мухаммед бин Салман, наследный принц, каждый день они продвигаются к договору. В этой ситуации Биби совершенно не нужна очередная забастовка палестинских заключенных. Ему нужно, чтобы все было тихо и мирно, поскольку Саудовская Аравия, она как бы объявила о том, что она хочет, чтобы договор с нею сопровождался какими-то израильскими уступками палестинцам, при этом дала понять, что она удовольствуется минимальными такими уступками. То есть в этой Давид, ситуации спасибо. Должно быть абсолютное тишина, и, к сожалению, вот эти вот палестинские заключенные... Мы еще осталось... вернемся к этой теме. Спасибо. Марк, в принципе, тот же вопрос к тебе, потому что действительно при обсуждении этой темы возникло, прошу прощения, две полярные точки зрения. Одну изложил Давид. Это наши враги, а мы им создаем даже не курортные, как я сказал, а санаторные, по его словам, условия. И подкреплена это еще и была статистикой. Бен-Гвир на возражение премьер-министра о том, что
сейчас не время этим заниматься. Мы вернемся к этому вопросу позже. Он привел статистику, которая, на его взгляд, подтверждает то, что комфортные условия для палестинских заключенных не препятствуют потому, что на их пути на террористической деятельности. Я, пожалуйста, тебе слово. Перед вами, друзья, тот редчайший случай, когда я со своим давним товарищем и оппонентом в политической дискуссии согласен с каждым словом. Просто с каждым. У меня вообще нет возражений. Вообще, больше того, если бы статьи аналитики спецслужб и международные участия в международных положениях разрешили бы нам смертную казнь, ну, Самир Кутар – это просто еще диада, на мой взгляд, и такой человек не должен существовать. Вот. Но если бы разрешили нам смертную казнь, я не был бы против. Там какие-то, может быть, там религиозные, моральные соображения, другая история. А почему? Не в смысле, ты считаешь, что это уменьшило бы террор? Нет. Или это в какой-то абсолютной справедливости идет? Нет, секунду, Миша, секунду. Я понимаю, что такой вопрос есть. Если бы аналитики спецслужб сказали бы, что это уменьшит террор, то по моральным соображениям я бы не был бы против. Значит, единственное, что меня не то, что я в чем я не согласен. Я в чем согласен в данном случае с Давидом. С исключением одного. Он, по сути дела, не сказал главного. Что главного в этой теме? Что, собственно говоря, для чего все это делается? Почему? Что касается того, что он, Бен-Гвир, господин Бен-Гвир, привел некую статистику, я ее не видел, кого она убеждает, не знаю. В всяком случае, я не слышал, что она публиковалась, и ведущий сейчас ее не приводит. Поэтому мне трудно что-нибудь о ней сказать, как-то ее комментировать. Но сам факт того, значит, во-первых, я не понял из израильской прессы, раз в 2 месяца или раз в месяц, это существующая инструкция, это изменение существующей инструкции или придумывание новой? Это изменение существующей инструкции. Сегодня они могут встречаться раз в месяц. Сегодня они могут по инструкции. То есть, господин Бен-Гвир меняет инструкцию, я правильно понимаю? Да. Да. Окей, я этого не понял. Разные были сообщения. И предлагается смена инструкции. Почему же она предлагается именно сейчас? Вот сегодня, когда вот налицо международные отношения, там то, о чем говорил совершенно справедливо Давид, там в связи с Саудовской Аравией, мнение премьер-министра, которого трудно объяснить в большой левизне. Дело в том, что у меня такое впечатление, я прошу прощения, что господин Бен-Гвир не занимается, как бы, вот там, чтобы уменьшением, то есть занимается вроде бы, но это не его главная цель. Мы видим, что его усилия не продвинулись ни на шаг в стране, не стало меньше террора. То есть именно то, что обещали перед выборами он, его партия и же с ними, меньше террора не стало. Ну, не стали ниже цены, но это другая тема. Меньше террора не стало, его стало больше. И арабского больше, и еврейского, и вообще всего больше. У Бен-Гвира, на мой взгляд, есть некая сверхзадача. Начиная с его первого выхода на храмовую гору, хотя я считаю, что евреи должны ходить на храмовую гору, но когда силовой министр, первое, что делает, он не говорит о необходимости повышения законности. Первым делом он идет на храмовую гору. Это позиция, это жест. Его задача – оскорблять арабов. Это было и до того, что он стал политиком такого ранга. Оскорблять, унижать. Это нравится его избирателю. И он это демонстрирует, как что его задача – плохо относиться к арабам. Это повышает его политический рейтинг. Он умный человек, серьезный адвокат. Он понимает, что интересует его избирателя. И он постоянно, он заботится по опросам, он сильно падает в опросах. Он старается велико возможно привлечь симпатии своего избирателя. У него, я прошу прощения, но на мой взгляд, я имею право на такой вопрос, достаточно российский избиратель. Он идет у него навстречу его симпатии, скажем, даже не интерес. Вот это то, что есть. Лучше от этого или хуже станет, его интерес гораздо меньше, чем симпатии его избирателя.
Что касается позиции премьер-министра, я, как говорится, ну, все, кто хочет знать, знает, что я никогда не голосовал за господина Нетаньяху и его партию, и никогда не агитировал за нее, поэтому имею право на определенные комплименты. Это умный, цивилизованный человек. Очень серьезный, во всяком случае, я совершенно не согласен с внутренней политикой, но во внешней политике это очень опытный человек, может быть, я не самый опытный. Я вообще когда запустил фразу, что он премьер-министр международных отношений. Вот. И он понимает, насколько сегодня важны эти отношения с Саудовской Аравией. И если что-то может на них повлиять негативно, то лучше этого не делать. И он абсолютно прав в этом вопросе. Еще человек, который никогда за него не голосовал, никогда за него не агитировал. В данном случае он абсолютно прав. И слава Богу, что он остановил то явление, которое могло нанести вред, на мой взгляд, вред стране, во всем случае, в данные конкретные минуты, в данные конкретные дни. Ну и будем Марк, надеяться, спасибо. Что... Спасибо. Давид, вопрос к тебе. Понятно, что многие в Израиле думают так же, как и ты. Они возмущены теми условиями, в которых содержатся обвиняемые в терроризме или в нарушении. Но вот ты сказал несколько раз, причем ты повторил, что это я, мол, называю их нарушителями в сфере безопасности, потому что они осуждены по этой статье. А на самом деле это бандиты и убийцы. В связи с этим вопрос. В Израиле сидят люди в тюрьмах, израильтяне, которые осуждены за убийство, педофилию, за совершенно омерзительные преступления, зловещие, причем на очень длительные сроки, чьи преступления не менее возмутительны, чем преступления палестинских заключенных. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, к ним тоже должна применяться подобные карательные меры, которые предлагает Бен-Гвир? Или же нет, они должны быть на ком-то, это две разные категории заключенных, эти нам социально ближе. Ну, ты напоминаешь мне товарища одного из сталинских времен, который говорит, что это все социально... правильно, я его не напоминаю, но я просто использовал его не терминологию. Хочу фамилию этого гада даже вспоминать. Но суть тебе понятна. Суть мне понятна, да. Никто ведь на самом деле и не предлагает загнать их в зиндан, чтобы там сидели в яме, вонючие на собственных... не хочу сказать, что... Мы живем в цивилизованном государстве, у него есть законы. Мы подписали договоры с международными организациями, которые занимаются вот, тюрьмами. И поэтому все заключенные должны получать то, что им полагается по закону. Но не экстра. То, что получают палестинские заключенные, это экстра, поскольку, скажем, еврейские заключенные не могут сами себе готовить еду. Я хочу добавить еще одну вещь. Тут недавно прошла очередная голодовка, очередная акция протеста палестинских заключенных, чего они добивались и добились. Они себе сами готовят питы. Они не едят хлеб, они едят питы. И вот они добились, чтобы им давали право каждый день готовить питы, и есть только горячие и свежие питы. Вчерашние питы они есть не могут. Их желудки бандитские, они не переваривают вот эти вот вчерашние питы. Это экстра. Этого нет ни в одной тюрьме вообще. Израиль действительно страна, в которой есть вещи, которых нет ни в одной другой стране мира. И уровень содержания палестинских заключенных по безопасности, как ты говоришь, вот он относится к такой вот вещи, которые нигде больше нет. И с этим надо покончить. Никто не предлагает, чтобы они сидели, значит, на горшках 24 часа в сутки, не могли с них встать. Они должны сидеть как в нормальной стране, и как и они, так и остальные. То есть для всех должны быть одни правила, ты считаешь? Они сейчас, они для всех не они... Я говорю, должны быть. Я спрашиваю, ты считаешь, что должны быть одни правила?
Да, конечно. И я думаю, что этого Бенгвир и хочет. Другое дело, я не только вот маленькие там у него какие-то злобные мысли, он еще и не совсем понимает, где он находится. Маленькие мысли были пресс-секретарями партии были. Ты помнишь, что только к концу первой каденции наши депутаты начали понимать, где они вообще находятся, как себя надо вести, что надо делать. Так и Бенгвир, он попал на очень силовое место, силового министра. Он не понимает еще, что надо делать. Это приходит с опытом или нет. Я где думаю, что придет, поскольку он, я тут согласен с Майком, при всех его крайних взглядах, он очень опытный, очень умный и хитрый человек. Он очень хороший адвокат, мы это видели. То есть он научится. Поэтому все его эти ошибки не только потому, что он ненавидит арабов, он еще просто не понимает, какие что надо как себя вести. Поэтому я надеюсь, что он научится. А другое время, дело сколько времени это займет, и будет ли у него это время, поскольку у правительства, как я понимаю, ну, до 25-го года весны у него есть время, а дальше никто не знает. Но будем надеяться, что он научится и не успеет ему времени наломать много чего. Недоразумений. Ограничимся Скажем так, этим скажем выражением. так. Вот как раз по поводу недоразумений у меня есть два момента. Мне интересна твоя точка зрения. Марк, я обращаюсь к тебе. Первое. По поводу того, что действия любого министра, особенно на такой должности, должны быть действительно чем-то, ну, объяснены. И он их объяснил. Не только вот понятиями абстрактной справедливости, а, как я сказал, что привел, на его взгляд, убедительную статистику, которая говорит о том, что вот люди возвращаются, палестинцы возвращаются к террору после того, как они отсидели в своих тюрьмах, что, в общем-то, соответствует тезису Давида, что им там хорошо и нет необходимости не возвращаться туда. Ну вот какая ситуация. Вот, и мол, если там будет плохо, ну, я так про... И он этого не говорил, но из этого следует тезис, что вот если там будет плохо, то тогда, наверное, что следует? Что будет меньше террора. Ну, вот есть, допустим, такой человек, как Бредвик в Норвегии, человек, совершивший ужасающий теракт, осужденный там до скончания веков по многу раз. Норвежское общество содержит его, что тоже вызвало у многих недовольство, в трехкомнатной тюремной камере. Он несколько раз апеллировал к суду, что у него на качество интернета, которое он там получает, или еще какие-то возможности. По этому поводу я специально посмотрел статистику. Количество терактов в этой стране не увеличилось. Хотя вот, ну, наверное, следовало бы логике, что все должны стремиться в трехкомнатную, такую же трехкомнатную камеру, как Брэдли. Это первый момент, который я предлагаю тебе высказаться по поводу его. Второй момент. По поводу того, что если бы его не остановили, я имею в виду Бен-Гвира, то это решение вошло бы в силу. Я хочу напомнить, что на том заседании Кабинета министров, на котором произошел вот этот скандал между министром и премьер-министром, выступили все без исключения главы служб безопасности, которые сказали, что это абсолютно плохо, это только во вред. Они, естественно, не объясняли Саудовской Аравии. Я восприму это как за одну из версий, которую сказал Давид. Но они, в принципе, сказали, что весь наш опыт, вся наша информация показывает, что это будет только во вред. Так спрашивается, надо тогда решить все-таки, это на пользу или во вред. Можно, да? Значит, я сразу начну, извините, с конца, просто потому что это горячие слова твои, то, что прозвучали, а потом вернусь к очень интересной теме сравнений. По поводу того, что сказали специалисты, ну, руководители спецслужб, ну, трудно представить, по-моему, спецслужбы – это
Единственное, чему наше общество всерьез доверяет, их профессионализму, их авторитетности и так далее в стране. Это легендарные службы, называемые профессионалами, никто в этом не сомневается. Дело в том, что они решают профессиональную задачу. Они исходят из интересов своей работы и достижения результата в этой стране. Ее безопасность, безопасность каждого. Господин Бенгвир занимается совершенно другим делом. Он занимается своими политическими очками. И набирает их, его не интересует профессиональная оценка. Ему бы надо было перед тем заявить, опросить этих руководителей спецслужб, проконсультироваться. Ну, может быть, даже обнародовать их мнение, какую-то дискуссию будет. Нет, он решает свои задачи, ему избирать ли это понравится. А что будет со всем остальным, его волнует гораздо меньше. Не скажу, что вообще не волнует, но гораздо меньше. И это понятно. И твой пример очень характерен. Теперь я хочу вернуться к вопросу о сравнениях. Давид, при всем моем согласии, не вообще день согласия, при всем моем согласии со всем, что ты говоришь, я все-таки позволю себе сказать, что сравнивать, ну, депутатов Исраэль Баалия с господином Бенгвиром, все-таки это не очень точное сравнение. Эти люди выросли в другой стране, где вообще не было политики, вот не было политического опыта, не было горячее желание что-то делать, да и то надо, вообще тоже вопрос дискуссионный, что это будет заживать. Вот. Не было такого опыта. Здесь человек просто занимается много лет политикой. Я с ним не знаком, с господином Бенгвиром, в отличие от депутатов Исраэль Баалия, очень уважаемых мною. Ну, у нас, как ни странно, есть общие добрые знакомые, даже, можно сказать, может быть, товарищи, которые мне о нем рассказывали и всегда подчеркивали, независимо, согласны ли они с ним политически, что это умный и опытный адвокат, вполне готовый к политической деятельности. И когда такой человек, которого так обрисовывают, первое, что делает силовой министр, идет на Храмовую гору, при том обострении вопроса, который существует, это позиция. Это понятно, ради чего она делается и на что направлена вся его политика и весь его, так сказать, такой энергия у этого умного и, как говорят, знающего человека. Вот это одно сравнение. Тем более Норвегии. Ну, как бы это сказать? Ну, мы не Норвегия, мы не выросли в Норвегии, живем не в Норвегии. У Норвегии, я не буду читать лекцию о Норвегии, но совершенно другой социальный уровень, другое воспитание, другое понимание, другая терпимость. Это другое совершенно люди, не надо сравнивать, и жаль времени, извини, ради бога, ну просто пойдешь, просто Хорошо, другое. ладно. Да, нет, еще одно. Но все-таки сравнение с нашей предыдущей родиной, я все-таки скажу, Давид, ну, не то, что полностью прав, потому что он этим не очень говорил, поэтому не буду говорить о правоте. Но мы знаем, мы выразили, что есть понятие тюрьма строгого, особого режима, строгого режима. Поэтому в законодательстве надо градуировать степень вины и ответственности. Ну, даже не дай бог эти, ну, как это, которые там, не дай бог, насилуют детей, эти вы сказали. Да. Ну, тоже, может, у него медицинская ситуация. Все это выясняется следствием и судом и присуждается соответствующая степень строгости режима, особый, строгий, общий. Вот это надо делать и уточнять законы, а не то, чтобы эти законы исходили из каких-то общественных симпатий и антипатий и политических интересов того или иного министра. Ну вот и все. Делом надо заниматься. Марк, спасибо. Коллеги, на этом все. Напомню, что моими собеседниками сегодня были израильские журналисты Давид Шехтер и Марк Горин. Всем всего доброго. Хорошей записи в книге Хотим судеб. этого. Хорошей Фатима записи. Атова. Спасибо. Всего доброго.